Да, и ведь в советское время, насколько я помню, все-таки не был вот столь высок градус какой-то вот национальной. Ну, раз, тогда... вот вы же были тренером тбилисского «Динамо». Нет, тренером тбилисского «Динамо». Играли в тбилисском «Динамо», тренером не были. Да. Вопросов не возникало, что там... Никогда. Человек, у которого там корни, скажем так, да. играет... Нет, ну что, ну тогда была одна страна, и, во-первых, вот во дворе, где я вырос, значит, ну у нас 18 национальностей было, никто никогда не поднимал эти вопросы. Ну... Да, а вот сейчас вот буквально вот на днях 29 мая в Баку матч был, и вы знаете, что игрок «Арсенала», который этнический армянин, просто не хотел ехать в Баку, потому что просто опасался за свою безопасность. Вот. Насколько я понимаю, в советские времена вообще так вопрос не мог стоять о том, что... Ну, конечно. Ну, в советские времена одна страна была, и, естественно, еще раз хочу сказать, идеология и политика совсем другая была, отношение людей было. Возьмите сборную Советского Союза. Грузины, армяне, осетины, украинцы... Кого только там не было. Никаких легионеров. Но сборная была, и команда была. И поэтому все жили... Вы не представляете, когда приезжаешь ты в Тбилиси или приезжаешь в Ереван, в Баку, приезжаешь в другие там, среднеазиатские страны, в Ташкент, Душанбе. Ну, тебя как родного встречали всегда. И вот такое отношение было. Мне кажется, это очень важно. Наверное, это все-таки... Очень важно было. И по сей день, поверьте, по сей день. Вот недавно, значит, там, как лет 5 назад, было 60 лет у Хорена Оганесяна, футболист такой да, был. Да, да, да. И сборная мира приехала, и сборная СССР. Вот мы приехали, все бывшие игроки сборной СССР. Нам. И приехали, конечно, очень приятно было всех друг друга видеть. Очень много воспоминаний теплых. Вот, и все очень с сожалением, что вот так все сейчас находится. И, ну, сегодня, посмотрите, ну, одна Россия стала страной, действительно, тоже пережила очень большие потрясения 90-х годов. И сегодня, посмотрите, какая страна цветущая, да? Значит, и посмотрите, как остальные. Конечно, я думаю, что народ-то здесь все это видит, понимает. Поэтому, в целом, я считаю, что... И сегодня я думаю, что мы должны гордиться той страной, в которой находимся. И мы видим, какие изменения произошли. Практически страна была на грани развала. Ну вот посмотрите. А сегодня, возьмите, так сказать, даже тот же чемпионат мира, который прошел. Значит, какая была пропаганда западных средств массовой информации о том, чтобы блокировать, значит, бойкотировать, не ехать на чемпионат мира и так далее. Почему? Потому что люди приедут, увидят своими глазами. Конечно, да. И то, что и сделали. Ну, приехали, как и мы ездили увидели. Тогда, видели своими глазами, загнивающий запах. Да, да, да. А запах какой, да? Вот, поэтому увидели, что действительно это гостеприимная, процветающая, добрая страна, великолепные люди, отношения и так далее. То есть вот это очень важно. И совсем другое мнение уже. И если вы помните... Тренер сборной Англии Гарри Саутгемп, выступая после там, когда приехал сюда в страну и выступал, и сказал, что фантастические условия. Я очень сожалею, что наши болельщики не приехали из-за пропаганды. Вот а здесь отличная страна, нас принимают великолепно, к нам относятся великолепно. Вот все-таки сегодня, конечно, средства массовой информации очень много плохого делают, но и пропаганда, особенно, так сказать, западные средства массовой информации. Поэтому здесь все-таки лучше раз увидеть, чем все время читать или услышать. Да.